Самыми быстрыми темпами растет объем торговли Китая со странами одного войска, одного пути. По данным китайской таможни, за первые 7 месяцев этого года экспорт увеличился на 11,3% в годовом исчислении. Наибольший вклад в развитие внешней торговли внесли провинция Ганьсу и город Сямэнь. Подробности далее. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая находится одна из трех крупнейших в мире плантаций белого лука. Много солнца и большой перепад температур в течение суток позволяют получать богатый урожай, который пользуется популярностью на европейском рынке. За 7 месяцев этого года объем экспорта белого лука из провинции Ганьсу вырос более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году мы уже получили от европейских партнеров заказы на 3500 тонн лука. Наша продукция экспортируется в 40 стран. Мы планируем за 2-3 года довести это число до 60. С января и июля этого года объем товарооборота провинции Ганьсу со странами одного пояса, одного пути вырос более чем на 40% и достиг почти 10 миллиардов юаней. Значительный рост заказов наблюдался и у высокотехнологичной компании из города Сямэнь на юго-востоке Китая. Недавно она передала клиенту из Нидерландов свою новейшую разработку – крупнейший в мире портовый грузоподъемный кран. В этом году компания получила заказы на общую сумму 188 миллионов долларов, в 10 раз больше, чем за первые 7 месяцев прошлого года. В этом году экспорт товаров из города Сямэнь в страны одного пояса, одного пути сохраняет двухзначный рост. Согласно статистике, в период с января по июль этого года товарооборот Китая со странами АСЕАН, Латинской Америки и Африки увеличился на 11,6%, 13,2% и 10,7% соответственно, а с Россией вовсе на 17,3%. Торговлю со странами одного пояса, одного пути эксперты считают новым драйвером внешней торговли Китая. Юлия Куц, Лутун, CGTN.